И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала, меня зовут Александр. Да, всегда так звали и будут звать. В общем, короче, что это? А, продолжаем играть в Арк, все дела, бла-бла. Короче, вот. Вот эта штука, это просто классная штука. Раньше всегда, то есть вот это вот гнездо, да, ну клево, там дает шанс истиноскости, вон или он, вот сколько там она яиц высрала, да етит тебя налево. И не подбирает же. 5! Ну там 3 яйца с одной было, курица и так далее, ну в общем, короче, с яйцами, да, вообще проблем нету, гнездо хорошее там. Ох, боги. Ладно, фиг с ним. Вот. Но у меня была проблема. Он почему-то инкубацию производил плохо. Ну, я просто настройки сделал фиговые. И, в общем, настройки в 10 раз хуже, чем на ваниле получились. Короче, у меня яйцо выводилось там несколько дней. Вот. Потом я залез в настройки, настроил все как надо. И все хорошо и замечательно. Стали яйца выводиться замечательно. К чему я это? То, что инкубатор классная штука. А еще у меня яйца Рекса есть. Кстати, да, там вот у меня Рексы. Вот они. Да, все раскулачены. Вот это, короче. В общем, искал самок. Искал самок. 104 левел, если не ошибаюсь, только нашел. Вот он. Здесь написано. Короче, 104 левел, если не ошибаюсь, была. Потому что до этого только были 94, 96, в общем, никак. И это реально самое максимальное. И нашел что первого, что вторую, что третью в одном и том же месте. Короче, так что знаете, где их искать. Но остров бегал по кругу, зачищал. То есть сначала вот этим зачищал, нашел вот эту. Вот этой зачищал, нашел вот этого. Притомил. И вот этого. Для чего? Да чтобы был. Самок-то, кстати, потом не заправился, пока вот этого откачивал, раскачивал, тоже самок, как и не нашлось большего левела. Вот такая вот обедовина. Тот был 120, это 104, это 116, поэтому у них вот такая вот разница в левелах. 252, 247. Раскачаны они вроде бы плюс-минус одинаково. Ага, вот сейчас его раскачаю в урон. И по левелам они будут... Типа по раскачке одинаковые, но вот разница в 6 левелов, неплохо. Вот, и... А, ну да. Вот, и, в общем, короче, я сначала спаривал ее с одним, потом с другим, и... Суть в чем? 3 минуты уже общаюсь, ни о чем. Но нет, ни о чем. А, о крутых вещах. Они... яйца. То есть скидывали, да, все хорошо, кстати, вот это можно сюда скинуть. Да, у меня яиц додо мало, но это я расскажу потом, что такое. Здесь у меня дофига яиц тиранозавра, и вот они оплодотворенные яйца тиранозавра. Инкубатор! Никогда им не пользовался, клевая штука. И вот, в общем, короче, у меня здесь что-то... Настраиваются, температуру просто вообще кайфово настраиваются. То есть смотрим на пустой слот. И регулятор температуры делаем горячее, холоднее, в общем, все отлично, все работает. То есть, если я сделаю температуру, допустим, погорячее, то он, по идее, не должен начать работать. Не, собака, работает. Ну-ка, давай еще погорячее сделаем. А, нет, все еще так же включен, только вроде бы инкубация не должна тикать. Да, нет, все равно инкубация тикает, потому что я что-то с температурой... Не дружу я с температурой, во. Вот так вот, короче. В общем, это температура в норме. Но чем эти клевые яйца? Они показывают сразу же левел и пол. И вообще, короче, это офигенно. Я прям не знаю, вот настолько клево, это прям, я когда увидел, это прям, о-о-о, супер. Буст инкубации еще какой-то. В общем, не знаю, но как видите, инкубация проходит быстро. Я ради эксперимента решил проверить еще раз. И спарил. Их еще раз. И специально положил. Вот они, кстати, все яйца тут. И положил отдельно другие яйца Рексов. Да. Я их потихоньку уже расположиваю, скажем так. Ложим еще яички. И вот. 172 и 166. И опять самец и самка. Это просто клево.
Здесь, кстати, вот смотрим по левелам. 170-й левел получился у тот, который меньший левел, самец. 163-й у большего левела. Но здесь 172-й у большего левела, а здесь 166-й у меньшего левела. Ничья, да? Ага, сейчас. Давай третий. Специально поставил такой холодос, чтобы проверить, насколько он хуже. Он хуже, короче, забейте. Он хуже, если есть у вас мод вот с этим холодосом, то вообще просто забейте, это просто супер. Так вот, ложим еще два яйца и смотрим. Тот, который топовый, типа топовый был, ну, по факту он топовый, 159-й самка, а второй 165-й. Тоже самка, кстати. Но не топовый побеждает. Хей! В общем, короче, во-первых, у меня сейчас самцов самок будет одинаковое число. Это прям прикол. А, подожди, или не одинаковое число. Я самок будет больше на одну. Но не в этом суть. То, как он выглядит. Инкубатор просто суперская штука. Выглядит, конечно, так по-тупому, по-дебильному, но штука классная. О, какахи. Какахи. Точно, дудошные какахи же. Так, все здесь переплавилось. И, в общем, вот на инкубации. Инкубация происходит просто замечательно. Кстати, я здесь еще прокачал. Я пока бегал, там лайфхачи убивал. Еще прокачал. Я сейчас 107 левел. Еще один левелочек. И я изучу вот эту штуку, чтобы это не было. Ну, судя по виду, это тековская, так что я это пока что ничего не смогу с ним сделать. И что еще я понял? Мне нужен Ютиранус. Обязательно нужен Ютиранус. Но в этой серии мы Ютиранус ставить не будем. В этой серии мы будем расплаживать вот их. Рексов мне нужен дофигища. Ну, там что-то порядка. Ну, по сути, если я сейчас вот их еще раскачаю, скажем так, то есть они сетовываются. Кстати, самцов не обязательно много. И, кстати, по левелу, как мы видим, разница не сильно-то уж и большая. Особенно вот когда топовый 159 вывел. Ну, как бы такое себе. Но мне их, во-первых, нужно будет еще качать. Ой, там вообще будет по ходу дела гемор еще тот. Ну, там по заметкам хотя бы трем пройтись и уже получше станет. И по острову еще раз прошвырнуться. Позачищать его. И что, мне хотя бы рексов 15 нужно будет, да, думаю? Ну, чтобы ж наверняка и быстро, по-быстрому завалить боссов. С собой я буду брать диадонга на боссов. Диадонга я прокачал здоровье и еду. А че ему еще-то надо? Я почитал, типа, его отжор зависит от того, что он хавает. И вот как раз-таки вот это... Вот это количество говнокиблов. Они, короче, он за вот это вот восстанавливает еду лучше, чем за топовые. Если проще говоря, сейчас покажу. Белый, синий и зеленый восстанавливают ему еду. Что-то 96, что ли. Написано по вики. Я не последняя инстанция. Смотрите сами. Желтый, бирюзовый и что-то розовый. Он восстанавливает что-то 80 с лишним, то есть на десятку меньше. В общем, как жрачка, это топовая штука. Изготавливается она фигня. Ягоды, волокно, жареное мясо и яйцо. Ну, как бы, и дудошек сами видели, сколько у меня, поэтому как бы проблем с яйцами здесь вообще нету. Вот. И как бы... Добрый вечер, не туда заборился. Вот, и как бы проблем с этим нету. Что с этими яйцами делать? Я не знаю. Да, кстати, два всего лишь. Чё-то как-то маловато. Ну-ка, чё-то я перегружен, нифига себе. А, точно, яйца ж гиги, там они весят хитрёно, мать, сколько? По 80. Хотя яйца тут... О, яйца Рекс 400 весом, ну да. Ух, весит и весит. Сюда я хотел сложить. О, вот они, яйца дудошки, у меня всё-таки они оставались. 27, что-то мне казалось, что у меня их было больше. Ну, да бог с ним. В общем, 27,
без каких-либо проблем вообще. Единственное, что проблема, это я, если юзаю вот эту штуку, то он забирает всякие солому, волокно, ягоды, что самое главное, из вон тех бочек, и неровное число, меня это бесит. Вот. Кидаем мясо, кидаем топляк, включаем и готовим киблушечки. В общем, аджор для моего диадонга будет топовый просто. Почему? Потому что надо. Так вот, в общем, мне нужно будет рексов штук 15, ну, чтобы брать было им легче. А, понятно, самцы, самки, все дела, вот этот диадонг и ютиранус. Да, да, да. Это то, что мне нужно будет. Так, инкубация яйца пройдена полностью. Везде. Везде, везде, даже там. Класс. А, здесь что у нас есть? Есть разбить яйцо и вылупить яйцо. Не знаю, как это работает, но... Блин, я что-то... А, ну по сути-то вылупить что? Вот я, кстати, нажать на него не могу, он постоянно вот обновляется. Так-с, ну-ка, если сделаем так... Да, мать твою. Задний. Это, кстати, прикол. Прикол перевода называется. Так, давай делаем минус 10. Текущая температура 23. Окей. Допустим. Почему? А, вот теперь оно выделилось. Ловись. Опачки. Ого. В маманьку. Экс. 170 левел. Прикиньте. 100, мать его, 70 левел. Ну, классно же. Так. Путь сюда. Так. В тебя надо мясо закинуть. Хотя у тебя еда есть? А, точно. В тебя надо мясо закинуть. Я надо мясо закинуть, да, и чё я туплю там, ух, и с собой-то мясо не взял, ну, благо кормушки сразу же здесь рядом, хлобысь, и вот так дай мне чуть-чуть, чутка, а чё ты там, блин, стоишь-то? Кстати, да, так как я ценю свое время, скорость роста здесь просто ядрёнейшая, а, уделите внимание питомцу, что-то мне подсказывает, что он быстрее вырастет. Да, еще ж нужно седло на них хорошее. Ой, вей. О! А, ну да, точно, она же кормит их. Класс, надо отвезти его. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Да я смотрю, вы скалолаз? Ты смотри, весь в маманьку. Давай, 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 топай сюда. Ну, клево же. Сейчас остальных вылупим. Короче, это да ну нафиг как это возможно, но вот эти двое, первый, второй, с первого помола, скажем так, вот эти двое со второго помола, а вот эти с третьего просто ничья. Не знаю, как это работает, но это прям реально ничья. Они просто, вот эти трое одинакового цвета, те одинакового цвета, ну какого фига? Не, там есть разница, там вот это, допустим, здесь черная спинка, там более такая красная спинка. Здесь тоже вот разница есть немножечко. Да! Ну блин, какого фига? Но вот такая вот армия потихонечку растет. Потихонечку, ну как, потихонечку быстро, я бы так сказал. Вот. И, кстати, да, они так быстро к кормушке присобачились, что прям это класс. То есть они, по сути, вот на моих ритах, они рождаются сразу же к кормушке. Такие, оп, и все. И уже в кормушке могут питаться. Клево. Я без понятия ни простоты, то есть как вот они там хороши, не хороши. Но давай, допустим, посмотрим. Вот, по сути, у меня два одинаковых. 163, 166, 165, 159. Ну вот, допустим, да? 170. 170 и 172. Вот это топовые. И давай посмотрим, что у нас получается.
Ну, самое главное это здоровье и урон. Ну, логично, да, это самое важное, по идее. Привязанность, кстати, 15%, нифига, прикольно. Родословная. Так, итого. У самки. 10800 и 676. А у самцам. 670. У этого здоровья больше, у этого выносливость меньше, я смотрю. Вес меньше. Или больше вес. Рассказывай. У этого еще и вес больше. Не знаю, как что, где это работает. Но это работает. Кстати, да, привязанность потихонечку тикает, но не так быстро, как бы хотелось. Кстати, вот что тут ты у нас. Жареная рыба. Ты серьезно? Давай посмотрим. У меня она вроде была. Ой, да ну нафиг. У меня же была жареная рыба. А, я ее же сожрал все. Ёб твою за ногу. Я даже не думал, что они успеют вообще хоть как-то, хоть что-то активизироваться, что что-то попросят. Ты серьезно, у меня даже жареной рыбы, простой рыбы нету. Ну это, ребят, попадался. Так. Опачки. Отлично, привязан, плюс 33%. Не, ну по сути, если я хотя бы по разу что-нибудь сделаю с ними, то будет уже хорошо. Что-то у нас... Базовый корм! Серьезно? Ты прикинь, у меня базовый корм есть. Ох, там у меня жарится рыба. Я разгадал рыбу золотом. Убил рыбу. Базовый корм! Ты прикинь, есть базовый корм! Я как знал, что он мне... Не, ну, мне так нужен был, поэтому... Ну, ты прикинь просто. Какого фига? Именно базовый корм. Обалдеть. Так. Это как меню... пройти с вами на прогулку. Окей, погнали. Так, а что там другое хочет? А, 23 секунды. Окей, хорошо, что я хоть какой-то период между ними делал. Ты что такой быстрый, резкий, нифига себе. Че, нормас? Нормас! Огонь. Так, ну-ка, посмотрим. 64. Ах ты, 64. Ах ты, а этого больше. И смотри, я его буду любить больше. Такс. Ну да, по сути. 7.38. Так, что у нас здесь? Не у тебя, а у тебя... Жирная первосортная рыба, да ты серьезно? А у меня первосортная рыба есть? Офигеть! Вот что значит собирать всякого говна полно, чтобы оно было. Вот реально, народ. Прям, я к этому не был готов, но я к этому готов. Давай, рыбашечка моя, готовься. Резче, пожалуйста. Ой, какая солома там? Еще. Не-не-не, солома не нужна. Не ты. А кто? А, точно, ты. Еп. У нас 33%. Кайф, 67. Ну, ладно. А, те же быстрее просто сетовались. Вылупились. Чу-чу-чу-чу-чу. Жареный первосорт на рыбу. Да ты серьезно, что ли? Так. Сырая первосортная рыба. Давай сразу же два. И соломочки тоже еще десяточку. Сжигай, блин, соломочки, говорю, десяточку. Жлобосина, давай мне. Во, спасибо. Так, зато в слот пихать не нужно уже там. Погнали. Обожаю вот эту фигню. С одной стороны... Кентабуря? Ты серьезно? Окей, не проблема. Не, подожди, мне не показалось. Кентабуря. Не, ну окей. Да ну нафиг. Индастриал кукер. Ягодку! Шестьдесят пятая. Ты там головой не ударялась, когда я тебя это доставал? Надеюсь, нет. Ягодку потребовала, прикинь. Ну вот к этому я точно не был готов. Ну клево.
Ждем армию. Ну, 6 плюс 3 уже, по сути, армия такая не кислая. По сути, еще один помол сделать. Причем вот из этих сделать помол. И нормально, думаю, будет. А, даже как вариант, можно попробовать чисто топовых поскрещивать. Что выйдет из этого? И проверить. Можно попробовать топовых поскрещивать. И вот, допустим, 163 и 166. Или ты у нас что получается? 165 и 166. 166 самец. Да, можно вот этих поскрещивать. Заодно, кстати, узнаем, что будет, если они будут двух одинаковых цветов. Ну, плюс-минус одинаковых. И получается вот тебя и тебя поскрещивать тоже. Ладно, подождем, пока вырастут. Так, ну чё, новые порции причуд моих динозавриков. Что ты нам приготовишь? Отлично. Ты серьезно? А вот базовый тебе корм не подошел бы? Отличный корм. Вот ты даешь. Отличный корм. Это у нас что отличным кормом является? О, да ладно. Серьезно. Окей, тебе повезло. Есть такое у меня. Да, я тут все подготовился, кроме киблов. Киблов у меня столько. Хотя, блин, знал бы, я бы отличный корм тоже бы взял. Тоже знал, что он пригодится. Еп! Плюс 23%! Соточка! Так, что ты у нас хочешь? Ой, пройтись погулять со мной. Пошли, пошли, погуляем. Давай, иди сюда. Молодец, 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 все, стой на месте. А не, подожди. Иди за мной. Ну давай, ты тогда что ты забаганный такой стоишь там. Еще что ли? Ёшкин кот. Ну погнали! Все равно у тебя сотка будет, тебе в радио заходить сюда уже не нужно будет. А хаваешь ты с кормушки. О-о-о-о-о-о! Я видел, ты там. Ага, отлично. Все, тормози. Соточка. Соточка. Классно. Так, что ты у нас? Ой, перелоскат, ну вот это я вообще за милую душу. Обожаю, когда вот такое выпадает. Кто у нас следующий? Ну, хорош уже, ну чё ты вот это, вот это там нижний брейк танцуешь? Ой, дай, короче, стой там, потом тебя призову. Так, что у нас здесь? О, снова пойти. Ой, ты, я смотрю, любишь гулять. Иди сюда. Бегом, бегом, бегом. Ладно, не хватило, что ли? О, отлично. Плюс 31%. Классно. Даже с моими рейтами все равно умудряюсь два раза проэтоваться, так что нормально. Да что? Не, ну погулять вам точно придется, и немало. Я кричу. Уж сколько нам еще придется мобов тут поубивать, это просто ужас. И там давай не спотыкайся. О, огонь. Плюс 33%. Все супер. Блин, тебя надо уже срочно призывать. Бесишь ты меня дерганием своим. Что ты у нас? Ой, да ты пока что ничего. Или подожди, это су. А, это. Тот, который бегал стопроцентный уже. О, предлагать. Вот эти вообще клевые. Вот этот раз мне вообще прям понравился. Прям вообще все молодцы. Класс! Смотри, как по музыку, да? Клево. Вот прям вот, вот это прям идеальный был. Вот причем, ух, все классные оказались. Такс, только вот нужно вам того. Раздражитель надо вот этот убрать. Ну-ка, давай-ка посмотрим, получится ли янца призвать так или нет. Тинк, тик-тик-тик-тик-тик. О, он даже отображается как бэбик. Клёво. О, зато уже рёв могу включать. Ты смотри-ка какой, юный, а прям это уже рыкает. Клёво. Ну вот как-то так. Еще чуть-чуть подождем. Еще надо сделать. А вот и первый вырос. Клёво же. Клёво же, клёво же, клёво же. Вот на армии все мои. Класс. Да, я
всех не руками провел, а у них у всех трекеры, и вот они, бэйбики. И я такой думаю, а почему еще одного-то нет? Потом, наверное, вырос уже. И точно так есть и вырос. И, кстати, по хпшечке. Ой, детишки, посадишки, ничего еще не качал. 22 тысячи. Я, честно, думаю, там уже конец. А это еще не конец. Прикинь, просто 22 тысячи. И 989% урончика. Так, кто тут еще готов к проверочке? 163. О, тоже 22 тысячи. Серьезно, классно. Так, давай седло. А урона, кстати. Ты смотри, урон такой. 989 22 022 22 022 989. Левел одинаковый, разный. Класс, у них просто вот в этих параметрах разница. Офигенно. Так, кто у нас следующий? Еще никого, что ли? Такс. Что у нас здесь? О, здесь хп поменьше. Но урона побольше. На соточку. Чуть побольше даже. Неплохо. Так, кто следующий? ХП также. О, нифига себе. 166 левел. Как здоровье также. И урона больше, чем у всех остальных. Офигеть. Так, ты еще юный? Ага, вот еще остались два. Вот, кстати, вырос. Офигеть, выросла. Во, здоровье, как у той. Но урон, то есть вот это самое слабенькое. Прям. А, ну здесь и по левелу, то самое слабенькое, не спорю. И последний претендент. Ну давай-ка, о, отлично. Отличненько, 22, ох, так и 3, то есть у меня по сути 3 одинаковых, один прям сверхтоп, 166 оказался сверхтопом, да уж, может как раз таки вот это Альфа Самсяо, как думаете? Я думаю, что походу дело да, потому что реально у него вес меньше, допустим, но вес, камон, здесь урон больше и здоровье самый большой показатель, ну там, здоровье как бы у многих также, но вот как-то так. Это же интересно. А давай слушай, а давай сейчас реально затестим. Так, тот Альфа Самсел, у тебя самый большой урон. Да. Экипируем седлышко. Выводим вот сюда. Такое ощущение, что они еще и бегают быстрее. Вот реально, еще на юношеском этом заметил, что они как будто бы реально быстрее бегают. Ну-ка, подожди-ка. Да мать твою, они как быстро бегают. Так, погоди-ка. Вот реально, вот. Сейчас вы видите, как бегает. Вот. И вот, допустим, маманька. Это без скорости. Вот, это на скорости. Вот, смотрите. Вот это на скорости. На скорости. О, Альфач, едить тебя растудить. Ну-ка, иди сюда. А это, вот это на скорости. А вот это без скорости, то есть без ускорения, бегает так же, как на скорости. Так, стоп. Одетый. Отлично. Погнали качаться. Качаться. Попадать бы еще. Ну, за хвостик. Ну щепани ты за хвостик-то. Ладно, так быстрее будет. Хоть. Да ты. Слышь? Ты че? Матрица, что ли? Иди сюда. О, нормальный урон. 882. Это нормальный урон. Нормально. Вау! Класс. Сколько раскачанное. Ну, самое главное, вот, качается. Еще чутка. Мне реально не показалось, они бегают прям быстро. Ну, блин, ну, реально тогда их... Не получится их брать. Придется брать всех вот таких вот. Камон, они носятся как угорелые. Офигенно. Кстати, а я же хотел как раз проверить, что будет, если в их двоих с одинаковой, даже почти с одинаковой раскраской, у этого камешки светлее.
что будет, если вы их включить спаривание. И собаки на улице воют. Здесь в игре собаки воют. Ух, красота. Ждем. Посмотрим, какой левел будет. О, подожди, 72-й? О, подожди, 172-й у меня топовый получился. По урону. Прикольно. Кстати, сейчас они у меня все разделены, типа вот эти топовые, вот это самое слабое, а вот и три одинаковых урон здоровья. Блин. Сдвинул серия, ну а что поделаешь? Я хочу узнать, что тут сейчас будет. Так, теперь срочно погнали туда. У меня есть офигенское яйцо. Кстати, яркость надо вырубить. Вау, вау, вперед. Что тут у нас? 166, ты серьезно? Я чувствую какую-то подставу. Так, погоди. Оккупация даже при дерьмовой температуре идет. Это же круче. Да, это круче. Слушай, все равно какая-то шляпа непонятная. Может, это зависит от температуры? Кстати, еще вот эти вот плюсики тоже не посмотрел. Наверное, в этих плюсиках разница была. Блин, хотел посмотреть запись, но ладно, фиг с ним. Потом посмотрю, в чем реально разница. Увеличились ли плюсы или нет, хотя я думаю, уже скоро и сама вырастет. Но вы посмотрите на эту клевую мою армию рексов. Здорово же. Да, там у меня этот рекс, точно. Надо не забыть ее в загон обратно загнать. Ну блин, самое смешное, что они по цвету три таких вылезут. Кстати, интересно, там какого цвета вылезет, но это уже узнаем потом. Ну, а на этом я уже с вами пожалуй прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте, что нужно подписаться на канал, поставить лайк, ну и, конечно же, поделиться моими видео с своими друзьями. Ну все, всем удачи, всем пока. О, пошли хавать жрать. Фух, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока. Пока.